Чтобы записать ребенка в первый класс, не нужно по ночам дежурить у школ, а за фиктивную временную прописку можно стать фигурантом уголовного дела. О нюансах приемной кампании 2018 рассказал начальник управления образования станичной администрации. Запись в первые классы в Чебоксарах стартует 30 января со школ Ленинского района. 31 числа подать заявление смогут те, кто относится к школам района Калининского. А 1 февраля Московского. Второй год подряд запись идет через автоматизированную систему Е-услуги образования. Для подачи заявления о приеме ребенка в первый класс родители должны будут заполнить данные на портале образовательных услуг самостоятельно или обратиться в общеобразовательное учреждение в соответствии с территориальным закреплением. В случае подачи заявления через портал заявитель должен в течение 7 рабочих дней предоставить школу оригинал документов. Тем, кто хочет отдать ребенка в школу не по месту жительства, советуют не прибегать к мошенническим схемам, а подождать до 1 июля, когда будет открыта запись на свободные места. Прошлогоднюю заявочную кампанию в разных микрорайонах города выявлено более 24 фактов временной регистрации с коротким сроком действия. Отмечен факт, когда в одной квартире было прописано до 4-5 детей из разных семей. По каждому случаю были направлены запросы в прокуратуру и МВД по Чувашской республике, возбуждены 3 уголовных дела, по одному из которых вынесено обвинительное решение со штрафом 100 000 рублей, 2 других находятся на рассмотрении в суде.